Давайте сюда. Давай. Московом забирайте. На! Что я сделал? На! Я понял. Итак, пацаны, всем здорово. И сегодня, спустя 2 года, я попробую сыграть дуэль против Калашика со своего айфона. Перед началом видео поставь лайк, там подпишись, ну а мы погнали. Так, ну все, у нас уже первый раунд начинается. Блин, я не успел закупиться, просто там калаши кое-что делал. Блин, вот на самом деле самая большая проблема то, что у меня 60 FPS на телефоне и маленький экран. Ну, в целом, вообще так-то неплохо. Прицел у меня, кстати, прикольный. Так, ну у тебя 120 FPS, у меня 60. Тихо, я бомбу ставлю. Имба? О, да. Нет. Я выиграю, не, это мой раунд. Ты ни раунда не заберешь. Да не, какой твой раунд? Да какой? Ни раунда не заберу? Да. Че, меня... раунд, давай. Да, тихо, подожди. Давай. Я пушу. Нет. Уйди. Нет. У... Смотри. Что это? Да это невозможно. Почему? Я не могу просто навестись на тебя. Подождите, пацаны. Нет, это только первый раунд. Сейчас я привыкну. Я серьезно говорю. Ну ты как бы проиграешь, понимаешь? Ну, даже с телефона я тебя могу выиграть. В принципе, вообще. Нет. В смысле нет? Так ты мне даже с айпада выиграть не можешь. Ну так я с айпада не играю. Я тебя вот с компа бы я тебя выиграл. Так, блин, вообще очень как-то что-то выцеливать сложно какие-то. Потому что экран маленький. Я не могу смотреть. Так. Ты где? А! Понял. Флешку лови. А ты... Я даже с дигла тебя сейчас выиграю. Да нет! Я один... А, я... О, минус 0? Я понял. Короче, все, я покупаю калаш, и это как бы камбэк, понимаешь? Сейчас будет еще 2-2. Я жду в тёмке. Давай. А, ты в тёмке? А зачем ты говоришь, что... Ты пушишь меня по-любому? Нет. А ты реально в тёмке? Тихо. Выходи. Ля, у меня... Да ты... Капец, у тебя хаешки. Ты мне каждую хаешку под ноги закидываешь, чтоб... У меня гениальные хаешки, сейчас ты двигался. Дай мне? Я тебе сейчас... Нет! Найс. Нет! Уйди! Нет! Давай! Да ло! Ну нет, 8 минус 8 минус 1. Понимаешь, я дигла забираю. Это, все, это камбэк. Нет, мне пофиг, если... Все, короче, смотри, я покупаю спас, потому... Ну, спас это оружие киберспортсменов, а я как бы киберспортсмен. Ну да, ты что, не знал? Давай, я тебя жду в тёмке. Опять. Опять тёмки, давай. А я не буду в тёмку идти. Ой, я фул. Реально? Не будешь в тёмку. Подожди, а как ты фул, если я флешку не кидал? Подожди, ну ты тут, да? Да как ты не стох? Я... Ты дурак? Я, нет, я в упор по тебе... Нет. Пикни нет, еще нет, раз. Нет, уйди! Нет! Взорву. Нет. Нет, слушай, что ты вообще легкий? Я тебя посадил на хаешку. Ну, нет, ты понимаешь, что я тебя сейчас вынесу и просто опозорю тебя с телефона? Я тебя выиграю. Дигл, смотри, я буду с диглом, мне вообще пофиг, понимаешь? Я буду просто с диглом. Давай. Не, ну ты даже с айпада, мне кажется, потеешь, понимаешь? Конечно. Не, ну на самом деле я тоже фанюсь. Так, я просто... О, уйди! Нет. Так, давай, на нож меня бери. Сейчас возьму. Па-па-пам-пам. Да ладно! Подожди, я отвернулся от твоей флешки, зачем ты... Как это... Ну я видел твою флешку, ну я не думал, что ты вылетишь на меня, ё-моё. Да все, я начинаю играть. Так, ну поздно начинать играть-то. Так, я тебя сейчас пострелил. Я попал? Оп, нет. Что ты делаешь? Я бегу к тебе. Куда? Я хаешку в тебя. О, дурак. Давай. На! Не, ну, на самом деле, ну... Не, на самом деле ты сейчас очень... О, авик? Я сейчас попробую с авика. Ты с авика ничего не сделаешь, а вот с телефоном. Не, я тебя с авика выиграю, ты что, гонишь? Авик это, ну, легкое оружие, особенно с телефона. 3, 2, 1. А, блин, так. Ой, о, у тебя тоже авик? Подожди. Конечно, я тебе сейчас сделаю один сюрприз. Смотри, считай до 3. До 3 считай. 1, 2, 3. Я попал? Нет. А, понял. Но сколько даю? Ага. Давай, иди сюда. Давай. Московом забирайте. Но... Да нет, что я сделал? Подожди. Нет, так авик это реально имба. Тут, смотри, на телефоне даже экран меньше, и ты как-то, ну тебе проще с авика наводиться, я не знаю, это серьезно имба. Кибербезумие на GG стендов. Тебя ждут киберкейсы всего от 19 рублей. Доставай с них токены, бери пушку и убивай GG трона. Кстати, бесплатно по моему промокоду ты можешь открыть кейс Ребекка, с которого тебе может выпасть годный дроп. И также он дает тебе 35% к пополнению. То есть, если ты закидываешь 1000 рублей на сайт, то тебе приходит 1350. Вот это я понимаю. Ну и понятное дело, барабан бонусов тоже можешь крутить. Врывайся за лютейшим дропом на GG стендов. Ссылка в комментариях. Я тебя сейчас заберу опять так же с авика, чекай. Хорошо, давай, попробуй. Попробуй, давай. В смысле, попробуй, не попробуй, а... Попробуй, давай. Попробуй. Не-не, я тебя сейчас заберу. Ой, я фул. Хорош. Я тебя читаю. Я пушу. В смысле, ты пушишь? Ну-ка, подожди, в смысле, ты пушишь? О!
Что? Подожди. Я тебя ноускопом забрал, просто не. На самом, ну, как-то, ну, на самом деле я вообще не чувствую, как бы, ну, вообще легко. Это лайк. Ну, ты вообще играть собираешься? Ну. Не чувствуешь, да? Давай посмотрим сейчас, что будет. Смотри, я забыл. Давай, смотри, ты опять съемку бежишь, я тебя читаю. Я фул. А зачем ты каждый раунд съемку бежишь? Давай, пикни, 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 нет, нет, пикни, 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 да нет. Да. Ну, давайте. Ну я понял, ну ты, блин, ну ты, блин, закрысил, понимаешь, ты играешь как, блин, не знаю кто. А подожди, так я сейчас за КТ буду, так тебе вообще шопа получается, не? В смысле, нет. Ты в курсе, что ты проиграл? Нет, забираю пистолетку, и всё. Не, еще 4-5, так я сейчас просто буду не пушить тебя и как бы выиграю. За КТ легче играть. Ты понимаешь, что ты проиграл? Хорошо, смотри. Да-да-да, я понимаю. Я прекрасно это понимаю. Смотри. Так. Ты где? А, я в доме. Ага. Оп, блин, не попал. Смотри. Ну, слушай, я уже такое ощущение, что немного привык играть с телефона. Давай. Давай. Давай, да пока, блин. Покажи еще раз голову свою. Ну, выйди, выйди. Где ты? Ты где? А, понял. Смотри. Давай. Голову. Уйди! Да, блядь, ну ты на ходу просто ставишь, ну что я сделаю? Но не могу даже навестись, потому что тут маленький экран. Ну какой скилл? Это не скилл, это анскилл называется. Смотри. Нет. Я знаю, что ты сейчас пикнешь съемку. Ой, подожди. Че, я взорвал себя? Ты нет. Ну что ты там где с авиком своим? Ты сейчас проиграешь. Спорим, я тебе даю ноускоп. Давай. Ноускоп? Давай, где я, как ты думаешь? Блядь, не прочитал немножко. Где я? О, уйди, дай! Ну я не ожидал, ну я без звуков играю, понимаешь? Я тебя просто не слышал. Если бы я играл со звуками, то я бы тебя выиграл 100%. Иди в тёмку, иди в тёмку, иди ещё в тёмку. Иду в тёмку, иду в тёмке. Я в тёмке, я в тёмке, иди в тёмку. Ага, ага. Запусти тёмку, я в тёмке. Да в смысле? Смотри, я тебя читаю. Раз. Нет, не прочитал немножечко. Давай, на нож. Я в ребрах. В ребрах. Иди в ребра. Бомбу. Поставил бомбу. А я тебя прочитал. Это было слишком читаемо. Давай выйдем. Подожди, а как ты понял, что я там? Нет, да, ну слишком читаемо, понимаешь? Короче, я пушу. Ага. Ага. Давай, пуш. Запуш. Да нет, подожди. Давай. Не, ну как-то слабовато на самом деле ты играешь, но это было слишком легко. Я даже не почувствовал. Как думаешь, что я взял? Авик. Ну по-любому авик. Нет, нет, нет. А что ты взял? Нет, ты впервые не угадал, кстати, что я взял реально. Реально? Калаш. А ты где? Я в ребрах. Так, а ты где? Я, кстати, не знаю. Подожди, не знаю. Слушай, если ты сейчас... Так. О, блядь, мне что? Вот ты меня реально не видел, подожди. А что это было только что? Это было так тупо. А зачем ты... Я тебя не увидел, я думал, что ты меня будешь обходить. Нет, прикол в том, что я сначала не попал, ты поворачиваешься, я тебя забираю сразу. Это... Не, ну это, конечно, вообще... Иди в тёмку, иди в тёмку. Давай, иду в тёмку, иду в тёмку, давай, иду в тёмку. В тёмке? Да. Потому что в тёмке? Да. Считай до трёх. 3, 2, 1. Да я фул. Лови. До двух считай. Ой. Да ты 7-7, ну как бы, смотри, счет уже 7-7. Ты уверен, что ты, ну, сможешь выиграть? Выиграю. Ну, ты уверен, да? Я выиграю 10, смотри. Окей, так. До двух считай, 2-1. Да я фу, опять. Лови. Да хаешки ты не умеешь, хаешки нормально кидать. Вот ты где? Хаешки у тебя максимально. Я тебя считаю, ты меня сейчас пушить будешь. Я пушу плент. Ага. Да, легко. Ага. Да нет! Дурак. На! Я понял. Я понял! Ой. О, ты что сделал? Это что было? Это мы не вставим, несы. Почему не вставим? Ну, не хочу. Давай вставим. Вставим? Блин, ну не знаю. Если я это вставлю, то... Так, я понял. А ты где? Я тебе сейчас в прыжке дам. Смотри. Да... Тихо. Ага. Лови. Считай до трех, смотри. 3, 2, 1... Блин, а ты где? А я уже... Я понял, что ты в тёмке. Да нет! В смысле? Я думал, ты в тёмке вообще. Блядь, 8-8, подожди. Нет. Наушники одень. Да я без ушей играю. Я, кстати, тоже. Нет, в смысле... Так ты со звуками играешь? Я без... Ты со звуками играешь? Нет. Короче, смотри, запоминаем. Раскид от Saints. Я фул. Блин, а что ты каждый раунд фул? Так, я сейчас кое-какое действие совершу, которое ты сейчас не ожидаешь.
Да кит! Но! Ну это нереально, потому что, блин, я не могу нацелиться на тебя быстро. У тебя iPad, у меня телефон. Ой, блин, у меня, кстати, последний раунд остался, ты в курсе? В смысле? Не, это будет 9-9, я тебя сейчас выиграю. 9-9, да? Давай посмотрим. Как ты думаешь, что я сейчас делаю? Правильно, я тебя сейчас оплешу. Я сейчас тебя просто... Смотри, что, ты фул опять? Фул. Хорош, так. Сейчас я тебя еще хаешкой попаду. А я думаю, сейчас вот такую вот тебе закину аккуратно. Ты не попал. 9-9, я не знаю, что мне делать. Если я буду просто сидеть... Подожди. А я уже здесь. Ты в фланту уже? Да. А где я? Угадай. Ставь бомбу. Я... Ну ставь бомбу. Сейчас поставлю. Да не, не хочу. Суси, не хочешь, ставь бомбу, алло. Суси, не хочу. Ты говоришь, что сидишь. Ага, ага. Что, бомбу ставишь? Не ставлю бомбу. А что ты делаешь? Я не знаю. Суси, ты не знаешь. Ты меня сейчас на нож хочешь взять или что? Тихо. Тихо. Ты... Нет! Зигла! У меня время! Да... Чё, да нет, алло, ну... Я нажимаю кнопку дефать, у меня он прыгает. Ну что я... Ну что я сделаю? Ну, 10-8. Ну... Нет, ты понимаешь, я опять выиграл. Ты в курсе, что я опять выиграл? Ну, типа... Да в смысле опять? Нет, я считаю, что 8 очков с телефона, это можно расценивать как, ну, победу. Ну, я серьезно говорю. Нет, нет, нет. Да, в смысле нет, 8? Это нельзя раз... Нет. Почему нельзя? Ну я же выиграл, по факту. Нет, ну... нельзя раз... Короче, пацаны, напишите, как вы думаете, я выиграл или проиграл? Но... Короче, пацаны, в принципе, на этом все. Если вам понравилось это видео, ставим лайкосики, подписываемся. Всем пока. Пока.